Всем привет, с вами снова я, Зазеп. Что, продолжаем Сталкач. Вот. Вот что сели. Привет, брат. У нас долго не получилось поиграть, поскольку мне надо было уже улетать на работу. Заскучали, мужики. А вот. Ну, я, собственно, перевернулся уже. Вот, продолжаю записывать. Ну, здорово. Сейчас покушаю. Какими тут судьбами на нашу посуду? Побью немного. Так, он все равно хочет пить. Заглядывай, так. Посмотрим. По-моему, нам надо было поговорить с бородой, да? Нет, живая легенда. Доставить бродяги интересующего орудия. Да, потому что серии мы сходили. Достали ему эту голосовку. Ходили в лабу. Че, давай поговорим, что он скажет нам. Взгляни на это. Оно? Ну? Да, оно. Неплохо, мужик. Если честно, я думал, что уже не увижу тебя опять. Хорошо, свою часть уговора ты выполнил. Что ты хочешь узнать? Просто один серьезный разговор с Козырьком по поводу зоны информации о ней, ведь он свидетелем чего стал, чего только не стал. А уж чего он еще лично узнал, к тому же у меня еще и послание от его старого друга есть. Никаких крутазов и сюрпризов, я обещаю. Верно говоришь, лучше, чтобы оно так и было. Хорошо, дай мне немного времени, я поработаю над этим. Центр зоны, центр зоны. Окей, тоже мне. Работай. Артефактов кот наплакал. Работай над этим. Нет, водички попью пока. Так, ну что, такого барахла лишнего нет. Вот пистолеты, смотри, есть. Говорю, что продаться надо. Ну что? У вас сычу надо. Пистолеты сдать ненужное. Это, по-моему, зомбаков, наверное, насобирал, да? Кстати, медику можно отдать этот набор для создания медикаментов. Ну, части мутантов отдать. Ну, слушай, плюс один с косарей на базу. Так, слушай. СВУ. Прикольно. Хочу ли я? Не знаю. У нас полуавтоматическая, походу, да? СВУшка. Еще вместо дробика взять ее. Дробик, он, конечно, прикольный, но... А чем ты стреляешь? 72 на 51, да? На 54. Хотя патроны эти есть вообще? 762 на 54. Ну вот, есть, в принципе. С ракет. Давай! Вот этих еще возьму. Забери КС еще у меня. И сколько она там будет стоить? Сейчас там пол состояния будет. Нет, 37 тысяч. И на него наверняка какой-нибудь там ПСО крепится, да? Вот эти вот стандартные крепления и снайперок. Давай, чё? Ну, смотри, СВОшка у нас появилась. Это помните мы монолитовцев, короче, прошлой серии с ней. Так, слушай. Что на тебе подойдет? Подробно. Посмотрите, какие на нее модули могут подходить. Прицел такой. Такой. Слушай, я хочу какую-нибудь кобру на нее поставить. Это ж не кобра у меня тут. Нет, это не кобра у меня. Слушай, я хочу кобру. Ну, у нее, короче, понятно, у нее вот эти стандартные советские прицелы, ПСОшки идут. Слушай, а других? О, подожди, у тебя ночной прибор ночного видения получше, я смотрю, продается. Так, а мой за сколько купишь? Так, вот этот прицел забирай. Ну, плюс 5 косарей. Гранаты лишние бы тебе отдал бы. Вот так. И давай, слушай, давай самый крутой вот за 25 косарей. Так, и прицел кобра за 3000. 20... Не, подожди. Прицел. 29 тысяч. Ну что, мне хватает. Ну, слушай, шикарно вообще. Давай я ночное видение одену. Ну, по идее, неплохо должно быть, да?
темных помещениях. Так, и вот эту кобру сюда. Ну слушай, уже так поприятнее целиться с нее будет, я думаю. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ну привет. Здорово. Работа, так, набор для создания медикаментов. Я выполнил задание. Скадовская айсберг желаний. Только мне оно и на всех. Всех на Скадовске. Ага, понял. Так, а по медицине? У меня же медицины вроде достаточно должно быть. Ну, хватит. Я думаю, пока мне реально хватит медицины. Ну что, по заданию у тебя там? Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Так, бывай. Давай куда посмотрю. Дьявол ходится в деталях. Внимание, выдаю шутку юмора. Ну это... Пришел, значит, стал... Я не смогу выполнить это задание. Его и говорит, мне, наверное, тут может лечь спать надо. И типа спустя время может что-то появится там для разговора со стрелком. Давай вот прям. Прям вот так. На следующий день, короче, проснемся. Так, опять же надо покушать. Попить. Все, поел, попил. Так, ПНВшка. Слушаю тебя. ПНВшка дает хорошо. Ладно. Задания обновились вообще как-нибудь? А я-то думал, стоит только выжигатель пройти. Нет, не обновились. Клондайк артефактов и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну знаешь же, везение свое идиотское. Отключить всю установку, что ли, сходить? Одни тропы нехоженые и твари некормленные. Передовое устройство пси-зоны. Ладно, подожди, тут проводники есть. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Кудину все еще нужна помощь. Так, не хочу я Кудину гору отправляться. Мне проводника. Так, ну ты не проводник. Ты проводник. Это если... Где ты кем будешь? Ага, точно. Ага, так. Таких похода, как вчера. Припять, окраины Припяти, окрестности Юпитера. Завязываю с зоной нахрен. Так, ну это туда не ходит, куда мне надо. Ну я не знаю, ну давай пошарить тут в Архуде. А что тут в Архуде есть интересного? Ну тут у нас дальше уже там ЧС идет. Задание тоже. Давай, борода, может, какие-нибудь работенку выполню. Ой. Так, военные, болото. Еще какая-нибудь работа. Болото. Зато не западные заправки. Вид дневной хищник. Давай. Еще какая-нибудь работа. Еще. Нет, артефакты я не охочу за ним. Все, ладно. Где тут у вас хищник обитает? Ну, а тут недалеко. Что, погнали, сходим. Поохотимся немножко. Одну новую винтовочку испробую. Так, это не вон туда. Давай сейванусь. По идее, эта винтовка, я не знаю, она какая-нибудь там антиматериальная должна быть. Ваншотить должна по-любому. Тех монолитовцев, по крайней мере, ваншотила. Это не может не радовать. Так.
Дальше там. Слушай, мне кажется, есть идея, на кого охотиться буду. Там, наверное, снорки какие-то, может, там, типа, в этой яме имеется в виду. Не, вон, смотри, кто-то бегает. Или это свет так падает? Не, это свет так падает. Но похоже, такое чувство, что как будто кто-то бегает, какие-то мутанты. Или это отражение от птиц? Это, наверное, тени от птиц. Типа солнце там, они отражаются, и вот здесь вот показывается. Так, ну почти пришел. Или помните, мы там, слушай, эту Кикимору встретили? Вот здесь тоже Кикимора какая. Или какой-нибудь кровосос сидит. Что там бегает такое? Там что, собаки, что ли? Не, слушай, там снорки. Слушай, цепанул все-таки меня. Засранец, а? Непривычно так. Мышка медленно двигается. Ладно. Давай аптеку. Перезаряжу свою винтовку. Вот смотри, еще один идет. Ну, короче, снорков оно с двух ухлёстывает. Все, давай патроны отбивать. Что полезного? А у тебя? Это тоже бесполезный какой-то. Странно у них тут тандем. Собака и снорки. Это мне одного картинка любит или... Или типа так и должно быть, подожди. Так, подожди, давай еще костюмочку чиню. Так. Вот этим самым таким, да? Нет. 90. Давай, 90. Плюс что? Плюс ты? Звуки там нехорошие. Так, надо покушать еще что-нибудь. О, бобов, наверное. Слушай, а у него хватёк. Вот. Ну, смотри, я исчезла. Это интересно, когда оно... Вес мне даст следующий. Или мне пойти еще поспать? Типа, сколько времени должно пройти, прежде чем мне дадут со стрелком встретиться? Непонятно пока что. Ладно. Так, а этих мужиков я просто сидеть завалил. Че, давай посмотрю, что у вас там за пушки, где может... Продать можно. Может, в хорошем состоянии. Ну, слушай, глушитель, прицел. Не знаю, давай я разряжу еще на всякий П. Разрядить. Ну, патроны у вас там хреновые, я тебе скажу.
непригодный. Ну вот здесь был пригодный. Ну так, не хотел просто для лишнего веса брать, ну сейчас, типа, пару дней придется посидеть, типа. Мы еще деньги на новую винтовку потратили. У нас сейчас 18 тысяч, надо как-то немножко добивать. Ну тут деньги, в принципе, не проблема, вот так вот взял, там пару столов напринес и все, деньги есть. Ты думаешь, что я так костюм, короче, вкачивал, неприносимый вес, а не там, на броню. Ну, может, как можно было так стволы натягать, какие-нибудь еще ценные вещи на продажу. Так, и купить. Давай, забираю все это. Плюс почти 8 косарей. Верблюжий короб. Так, не, водочку я себе оставлю. Все, продать. Прицел ОКОК. В принципе, слушай, можно оставить. Я хочу посмотреть, как он будет смотреться на моей винтовке. Ну, в принципе, ну не так уж сильно, что он там приближал что-то. Эта винтовка, она мне больше на близкие расстояния. Соединить прицел. Подсоединить вот этот вот. Давай заберем этот четырехкратник. Ну и свой я не смогу надеть. Ведь не смогу же, там же, по-моему, только совковые прицелы. Ну да, только совковые. Там, забираю его у меня. Так, а какого-то нового завоза по патронам у тебя не было? Кстати, подожди, шлемаки у тебя какие-то тут интересные, если смотрю. Так, ну у меня лучше. Да, у меня определенно лучше. Сорок пять этих. Ну и немножко этих. Когда патроны заканчиваются, то делать я такое. Все. Так, а мне с помощью части мутантов были, слушай. Все, вот так. Задание давай, мне... не задерживайся. Задание мне не обновилось. Задание у меня, увы, не обновилось. Ладно, пойду Бороде, задам ему квест. Так, я выполнил задание, о, 9600 дал, водку дал. Получен предмет заметки повара. Чё за заметки повара? Так, это, наверное, все прочитать можно. Молитва монолиту. Играть с записями. Заметки повара. Рецепт высокая ценность. Журнал стрелка. А журнал стрелка посчитать нельзя, слушай, так вот. Сходу с налету. Будет чего интересного, заходи. Добро, добро. Всегда на месте. Никуда не уплывет. Ну чё, надо опять что ли лечь спать, получается, да? Ну давай. Давай так, подожди, я сначала сохранюсь. Прям сутки целые просплю. Не знаю. Ну вот так вот. Прям под вечер встану. Так, ничего не обновилось, да?
Я просто не уверен, много ли я проспал. Но даже не проголодался, так что давайте еще поспим. Вот так вот. Типа, по идее, должно быть сутки. Задание не обновляется. Давай подбегу к нему еще раз. Ну что ты там долго будешь еще думать? Привет, брат. Здоров. Да. Знаешь, что любопытство сделало с... кошкой. Впрочем, ладно, скажем так. Я тебе готов потерпеть. Я и друг мой раньше были контрактниками. Вот только радость наша длилась ровно до того момента, когда стало известно место дислокации ЧЗО. Не потребовалось много времени, чтобы понять, в каких условиях будет наша служба и каким будет довольствие. А где остальные все? Помимо друга, и ты один из сталкеров группы Стрелка. Где остальные все? Стрелок вместе со Швом остались в укрытии в Припяти. Я же вернулся сюда за тем самым оружием, что ты принес. Ты пришел в Припяти, один раз город не кишит монолитовцами. Все так и есть. Было трудно, но я не пальцем деланный. Не так много проблем могут устоять перед моим пулеметом. Ну и что вас всего 3 человека. Было 5. Цербер сказал, что вы были ого-го, отбивая атаку на барьер. Что случилось-то потом? Благодаря знаниям стрелка о зоне и способностям путника находить безопасный путь через аномалии, мы довольно быстро настигли Припяти. Ни мутанты, ни монолит не могли нас остановить. Мы продолжали двигаться на северо-запад, когда... Мужик, все нормально, расслабься, ты со мной. Когда вновь столкнулись с патрулями монолита. 4 из нас заняли укрытие за раздолбанными машинами на улице, пока мой друг прицел прикрывал нас крышей. Именно тогда все и пошло под откос. Мы уже добивали остатки, когда я вдруг услышал автоматную очередь с позиции на крыше. Обернувшись, я увидел прицела падающего с 5-го или 6-го этажа на землю. А на крыше стоял тот ублюдок. Один из фанатиков застал расплох твоего друга. Не просто фанатик, он стоял наверху в своей странной броне и просто смотрел на нас. Я дернул ствол, чтобы всадить ему очередь промеж глаз, но он просто исчез. Не было смысла проверять прицел, очередь тела и 5-й, 6-й этаж сделают из себя чертов блин с вареньем. Ничему некоторые учиться не хотят. До этой ситуации хватило, чтобы подкрепления монолита прибыли на место, из-за чего нам пришлось быстро отступать. Мне удалось пришить парочку уродов, когда... Господи, много текста, блин. Поехавший клиент с горы вновь появился, и не просто появился. Урод шел под перекрестным огнем и все читал. Свои проповеди. Я есть фанатом, избранным монолитом, гибель неверных. И он повторял ту же фразу, хрен сколько знает раз. Фантом. Мы разделились с подкреплением, убили или вывели из строя всех, кроме фантома. Ничего себе, но стрелок же пробил его пуля пулями, но граната под ноги. Что ж, совсем другой... Это ж совсем другой разговор. Надеюсь, пока стрелок со швом... Тащили меня с улицы, и я держал место взрыва под прицелом. Фантом по-прежнему стоял там, но уже не преследовал. Одни как разбойничали, так не бывает такой дерьма даже в зоне. Одно дело арты топовые, да костюм хороший, но совершенно другое, когда тебя поливают свинцом всего, а не последок кормят гранатой. Ну понятно, короче, долгие эти истории. Да уж, проклятый монолит. Получается, после этого вы добрались до укрытия, где тебя... Заштопали, короче, умыли, побрили, который может убить фантома. И отправили за оружием, которое может убить фантома. Угадал, только это еще не все. До всего этого произошедшего мы пытались продвинуться вглубь города, да только монолитовцы словно знали каждый наш шаг. Нам пришлось ретироваться на охрану, но потом произошло то, что ты уже сам знаешь. Понятно, что если я помогу решить вашу задачу, вы поможете мне. Так я ему помог уже, я ему принес галуску. Что скажешь на такой расклад? Звучит хорошо. Ладно, так и быть, договорились. Я скоро двинусь обратно в Припять. Готовь
Проверяйся на лягу, то подваливай ко мне, когда будешь готов. Короче, зря я, походу, там-то спал, ночевал, блин, надо было с ним подойти, поговорить там еще раз. Просто этот разговор был неочевиден, понимаешь? Окей, готов, погнали. Пить как охота. Квасу сейчас холодного. Слушай, и не говори, а. Все, поел, попил. Так, борода, у тебя же там ничего? Не поменялось? В бороде ничего не поменялось. Слушай, а где же я тут поесть, попить могу купить? В этого пушки продают. Нет, слушай, в этого тоже, по-моему, вода продается какая-то там. Минимальный набор. Слушай, может, просто дай мне пожрать, попить и все. Я тебя отстану. МРЕ. Давай сюда. Это вот похавать у нас будет. Бинт я там один садил. Одну аптечку просто про запас. Что это такое? Ионный охладитель. А, я понял. А, хавать. Хавать, пить, 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 пить. Мужик, попить. Что-то я не вижу у него никакой воды тут. Ладно, давай вот так. Доктора, может, как так, или там. Слушай. Только терапевта. Ну, я бы не сказал бы, ладно. Подождите, у меня там немного есть. О, энергетики бахну. Так, куда двигать? В Припять? Да. Подожди, куда-то назад получается. Все, мужик, погнали. Идешь? Ты где? Где он там застрял уже? Кто-нибудь видел? Эй, мужик, ты куда ретировался? Или мне без тебя идти? Ладно, слушай, догонит. Кабан. Чё, блядь? Да ну вас нафиг, зомбаки. Я на вас тут ценные боеприпасы трачу. А вы умирать не хотите? Вот у нас это что, штурм зомби? Тебе вообще кто разрешал вставать? Взял, встал тут. Так, ладно, давай твоих товарищей посмотрю. Ух ты ж! Ни хрена себе мне там прилетело. Чё, смотрите, где они там далеко ходят. Да, да. Бывает такое. Ну, внутренние ж там, по идее, там зайти не могут в эту баржу. Ладно, короче, народ, давайте на этом серию закончим. Спасибо вам за просмотр. Всех люблю, целую. Лайкосики, пожалуйста. Все, всем пока.